В Брестском онкодиспансере сегодня особый день. Впервые сюда для поклонения были привезены православные реликвии – крест и молитвослов, которые принадлежали известному афонскому подвижнику Паисию Святогорцу, а также икона с частицей его мощей. Для того, чтобы вместе помолиться о выздоровлении пациентов и помощи в работе медицинскому персоналу у святынь, глава Брестской епархии владыка Иоанн совершил вместе с пришедшими молебен. Господи, явися нам, благословенное ты во имя Господне, исповедайтесь, Господи, я по благе, помяг милости Божия. Преподобный и сам болел, и есть много свидетельств исцеления по его молитвам от этой болезни. Поэтому так спланировано, чтобы люди онкобольниц нашей Республики Беларусь могли бы приложиться к этим святыням, в том числе вот мы имеем такую добрую оказию, добрую возможность и здесь, в этой больнице, чтобы люди по возможности приложились, помолились бы преподобному, чтобы Господь исцелил их от этой болезни, продлил им годы жизни, ну и, конечно же, дал бы надежду на добрую, благочестивую жизнь в дальнейшем. И как говорил святой Паисий Святогорец, надежда на Бога, рычаг, который опрокидывает отчаяние, освобождает душу от ныния и страха, и шаг за шагом укрепляет духовную силу человека, пробуждая в нем святой оптимизм. И если мы не молимся за больного, то болезнь развивается. Поэтому большое спасибо Белорусской Православной Церкви, которая проводит такую акцию, когда православные реликвии, которые исцеляли многих, в том числе онкологических пациентов во всем мире, смогли попасть в лечебные учреждения онкологического профиля нашей страны, что во многом воодушевит всех нас и, будем надеяться, исцелит наших пациентов не только духовно, но и телесно. Подвижника, наделенного даром прозорливости, любви и сострадания к людям, простого монаха и великого афонского чудотворца, святого Паисия Святогорца, почитают не только в Греции, где он родился, но и во всем мире. Он практически наш современник, умер 29 лет назад. И еще до причисления к лику святых был канонизирован в сердцах людей, которые приезжали к нему ежедневно тысячами. Ведь как при жизни, так и сегодня святой помогает всем, обращающимся к нему за помощью, исцеляет больных, утешает в скорбях и дает духовную поддержку. Паисий, я знаю его как святого, который оберегает от онкологических болезней. Поэтому я верю, что он мне поможет, и он защитит меня и мою семью от этого заболевания. Так издалека привезли к нам эти святыни. Это очень важно для именно для болеющих людей, для того, чтобы они верили, что все в руках Божьих, что все возможно. И не теряли ни в коем случае надежды на исцеление. Святыни с Афона отправятся дальше по городам и епархиям Беларуси. На протяжении месяца, кроме храмов, их для поклонения доставят в онкодиспансеры и хосписы. Однако люди, страдающие онкологическими заболеваниями, не останутся без поддержки церкви. В Бресте, со слов владыки Иоанна, уже строится храм иконы Божией Матери Всецарица и храм Иоанна Русского, по молитвам которым также больные получают исцеление. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.